Я хочу представить нашего ректора Александра Александровича Жаворонкова с того, что продолжу вашу мысль, что основная наша проблема в мире сейчас – это все-таки справиться с эпидемией COVID-19, которая идет по всему миру. И я хочу рассказать, что столкнулась с Александром Александровичем в первую очередь через интернет за счет того, что его компания Инсилика в свое время, вы меня поправите потом, если я что-то не так объясняю, выложила в открытый доступ рассчитанные формулы соединений, которые потенциально могут обладать противовирусной активностью против SARS-CoV-2, это вирус, который вызывает COVID-19, с таким челленджем для всех химиков: придумывайте синтез, соответственно, у нас есть потенциальное лекарство. И это замечательный открытый шаг, и, собственно, здорово, что мы сможем сегодня с вами послушать о новых подходах, которые сейчас есть как в химии, так и в биологии, а именно о применении искусственного интеллекта для того, чтобы осуществлять как дизайн новых молекул, да, так и осуществлять поиск сложных мишеней под конкретные биологические процессы, на которые мы можем влиять. Стоит сказать, что даже вот на химическом факультете, кроме того, что у нас, да, есть классические направления химии, связанные с органическим синтезом, около трети всех работающих сотрудников так или иначе взаимодействуют с химией живого. Поэтому я думаю, что сегодняшняя лекция будет интересна со стороны многих аспектов. Так что, Александр Александрович, вам слово. Сегодня у нас лекция «Искусственный интеллект в генеративной химии и биологии. От дизайна молекул под сложные мишени до продления человеческой жизни». Спасибо огромное, Мария Емельевна, за возможность выступить. Хотел поблагодарить Марию Емельевну за такую возможность, для меня большая честь. Хотел поблагодарить Степана Николаевича за то, что меня, опять же, за возможность выступить здесь. И для меня огромная честь выступать на химфаке, потому что это тот факультет, который, в принципе, отчасти двигает нашу компанию. И хотел поблагодарить Никиту за замечательную организацию и организацию Zoom. Я сейчас звоню из Китая, из Шанхая, по дороге в Пекин. Здесь ковида практически нету, потому что, опять же, искусственный интеллект, который установлен практически на каждом телефоне, которым они расплачиваются, здесь денег тоже нет, а физических практически, и заплатить кэшем вы не можете нигде, а только через телефон, и вас постоянно отслеживают, и здесь практически нету кейсов. Я сегодня выступал на двух огромных конференциях, где было несколько тысяч человек, и здесь, опять же, ковида практически нет. И опять же, для тех, кто сейчас слушает из молодых студентов, я помню, я когда-то выступал на конференции Ломоносов очень много лет назад. Я защитил кандидатскую на физфаке по биофизике, и я помню, как я тогда нервничал, сейчас я тоже начал нервничать, хотя я выступаю каждый день практически сейчас тоже онлайн. И хотел сказать, что, коллеги, учите китайский, это очень полезный язык, без него будет тяжело в будущем. И основные химические гиганты, с которыми нам всем стоит сотрудничать, они тоже находятся в Китае, здесь огромный кластер, и надо, опять же, оставаться в России, делать дизайн, а производство, я думаю, что придется делать все равно здесь. Я начну с презентации компании, потом покажу несколько публикаций. Опять же, так как конференция научная, я расскажу, может быть, некоторые такие интересные факты из
об искусственном интеллекте, об компании нашей тоже, потому что это такой небольшой феномен, потому что у нас русские корни, но мы достаточно глобально пошли и очень известными стали в сразу нескольких индустриях. И сейчас я начну шерить экран. Если я вдруг прервусь, 30 секунд, и я вернусь. У меня есть несколько девайсов, через которые я подключен. Как вы знаете, Китай контролирует интернет, что может быть и к лучшему, потому что нету слишком много таких драматических новостей из Америки. Здесь все под контролем. Соответственно, расскажу немного, несколько слов о компании. Всем рекомендую использовать WeChat, очень хорошая система для того, чтобы отслеживать новости. Мои слайды будут на английском языке, буду рассказывать по-русски. Соответственно, наша компания была основана в 2014 году на кампусе университета Джонс Хопкинс в Балтиморе, но с очень значительными российскими корнями. И мы занимаемся поиском новых мишеней молекулярных для сразу многих заболеваний, используя искусственный интеллект. Мы используем искусственный интеллект для генерации новых молекулярных структур, для очень сложных молекулярных мишеней. Мы специализируемся в технологии, я сегодня про нее немножко расскажу. Это генеративные состязательные сети и глубокое обучение с подкреплением. Мы опубликовали около 120 научных работ за последние 6 лет как компания. Обычно компании так много не публикуют. Мы изобрели очень много интересных технологий, которые сейчас лицензируются большими фармацевтическими компаниями. И за нашу работу в 2016 году, которую мы сделали по генеративной химии, мы вот попали в MIT Technology Review топ-10 прорывов 2020-го, хотя эта работа достаточно старая. У нас сейчас по миру работает около 130 человек, а более 80 сотрудников – это люди, которые занимаются глубоким обучением. У нас штаб-квартира компании в Гонконге, то, где я живу, очень много времени провожу в Китае. Также у нас научно-исследовательские офисы в Роквилле в Мэриленде, Шанхае, Тайпее, Москве и Санкт-Петербурге. У нас даже есть очень известный специалист по искусственному интеллекту по фамилии Путин. Так что если вы посмотрите нас на PubMed, то у меня, наверное, с Путиным 15 публикаций совместных. Вот прямо из Петербурга. Мы привлекли более 52 миллионов долларов американских финансирования от самых топовых инвесторов биотехнологии и искусственном интеллекте. Постоянно партнеримся с фармацевтическими компаниями. Нашими партнерами и заказчиками являются Pfizer, Boehringer, Astellas, Beijing Tide, Johnson & Johnson, Taisho, Beiersdorf и много-много других. Вот только что подписали с Johnson & Johnson на прошлой неделе соглашение, где мы, в принципе, разрабатываем новые молекулярные соединения для их сложных мишеней. Это обычно очень о многом говорит, потому что эти компании обычно не партнерятся с третьими лицами и стараются разрабатывать такие проекты сами. То есть вы должны быть очень хороши, чтобы запартнериться с, например, J&J, потому что у них команда медицинских химиков, я думаю, что человек 300, только их. Что делает наша компания? Мы, опять же, занимаемся биологией, поиском новых механизмов заболевания, генеративной химией, которую мы, в принципе, придумали и которую я сегодня расскажу. Мы также делаем виртуальный скрининг, то же самое, что делает Schrödinger или Moe, или еще несколько компаний, или Atomwise. Мы также предсказываем исходы клинических испытаний и стараемся упаковывать все это в одно единое целое с помощью искусственного интеллекта. Опять же, в фармацевтической индустрии эти четыре области, они очень разъединены. И это одна из причин, почему это самая неэффективная индустрия в мире. И это то, где есть огромная сейчас возможность выстрелить и где, в принципе, я всем рекомендую взять как минимум несколько курсов по фармакологии и медицинской химии. И
Это вот такой интересный слайд я сделал по тому, как мы подходим к решению различных заболеваний. Если вы пытаетесь решить какое-то заболевание, вы можете быть очень хороши в биологии, можете быть хороши в химии, можете быть хороши в трансляционной медицине. Но чтобы решить заболевание, вы должны, как мне кажется, быть MMA-файтером, то есть специалистом по боям без правил. И специализация сейчас, конечно, это очень хорошо, но если бы я в чем-то специализировался сейчас как молодой ученый, я бы, конечно, шел через химию и больше через медицинскую химию и вычислительную химию, потому что по моему опыту работы, опять же, у меня специалистов очень много работает в компании, очень дорогих специалистов. Люди, которые могут очень быстро переходить из одной области в другую, из, например, борьбы в стойке, в борьбу в партере, это как раз химики и медицинские химики. И также очень важно уметь рассказать о своей работе и рассказать о своих достижениях, потому что иначе сейчас в том информационном поле, в котором мы оперируем, огромное количество людей, огромное количество ученых. В Китае сейчас, наверное, 100 тысяч медицинских химиков только сейчас заканчивают. И прорваться через информационный шум и рассказать о своей работе тоже очень важно. И мне кажется, что когда вы готовитесь к научному пути сегодня, вы должны себя видеть именно как борец по боям без правил. То есть вы должны уметь брать самых сложных соперников, не думая ни о каких преградах, не думая о сложностях, и очень часто рисковать. И очень важно уметь работать как в биологии, то есть знать все омиксы, знать, как работать с текстом, знать, как работать с биомаркерами, работать на уровне сигнальных путей, на уровне NLP, на уровне глубокого обучения, уметь генерировать гипотезу и переходить от биологии к химии после того, как вы нашли молекулярную мишень и выстроили вот эту очень важную цепочку: молекулярная мишень, заболевание и маленькая молекула или антитело. Вы должны уметь оптимизировать молекулу таким образом, что она прямо должна задушить мишень, и задушить только эту мишень и больше никакую другую мишень. И опять же потом об этом рассказать. То есть вот этот талант, если вы это умеете делать, вы будете очень востребованным специалистом, вне зависимости от того, как будет меняться технология. И химфак – классное место, чтобы начать. Мы, в принципе, сделали свою, оптимизировали свою работу по вот этой схеме. То есть мы используем огромное количество омиксных данных, в основном это экспрессия генов или экспрессия белка, привязанные к текстовым данным, и используем огромное количество моделей глубокого обучения, которые обучены на больших данных, на большом количестве транскрипционных данных, данных экспрессии белка также, для того, чтобы предсказывать заболевания. То есть мы используем, представьте себе, что мы показываем большое количество омиксных данных глубокой нейросети. Она быстро анализирует эти данные и говорит, что вот это мы смотрим сейчас на фиброз. Если мы научили глубокую нейронную сеть предсказывать заболевания с таким образом, а желательно много заболеваний, мы потом можем снять показания из глубокой нейронной сети, взять показания с нейронов и посмотреть, какие молекулярные мишени очень хорошо относятся к определенному заболеванию, очень сильно вовлечены в какое-то заболевание. И мы несколько публикаций, я сегодня покажу, опубликовали в этой области также. Потом, когда вы нашли нашли несколько молекулярных мишеней для какого-то заболевания, например, для фиброза, вы можете прогнать большое количество уже известных молекул через виртуальный скрининг, посмотреть, какие молекулы залипнут на вот эту вот молекулярную мишень. Очень часто таких молекул хороших, с хорошими химическими свойствами нет. И приходится идти в генеративную химию и придумывать новые молекулы, которые не существуют
в доступных библиотеках малых молекул химических соединений. И после этого для каждого вот такого, для каждой комбинации таргет, молекулярная мишень и маленькая молекула, мы должны выстроить актуарную модель, то есть модель риска перехода от доклинической стадии к клинической стадии в людях и предсказать, насколько хорошо такая комбинация будет работать в людях. Мы выстроили всю такую модель, и сейчас нашим ученым, которые работают в компании, она доступна, и мы можем, в принципе, решать очень сложные заболевания, даже которые не относятся только к одному органу или к одной ткани, а также системные заболевания, и находить под них маленькие молекулы. Мы опубликовали достаточно большое количество работ, и некоторые статьи, они, в принципе, вошли даже в историю уже. Вот эта вот статья, которая использование глубоких ансамблей глубоких нейросетей для идентификации маркеров перехода от эмбрионального к фетальному состоянию и поиск вот этой мишени COX-7A1 в эмбриональных и раковых клетках. Эта статья была первой работой, которую я знаю, где были применены глубокие нейронные сети для поиска молекулярной мишени. И некоторые статьи, вот эта вот статья Cornucopia of Meaningful Leads, рок изобилия понятных молекулярных соединений с использованием генеративных нейронных сетей, она тоже была первая в своей роде статьей в этой области. Так что можете заскриншотить вот этот слайд и посмотреть на эти публикации. Это самые основные публикации, если вы захотите сделать или у нас работать, или сделать похожую компанию когда-то. Вот эти основные публикации надо знать. И еще, что мы сделали очень интересное, мы сделали огромный репозитарий почищенных молекулярных баз данных молекулярных соединений. Это MOSES называется, Molecular Sets. И также разработали большое количество генеративных моделей, которые можно сравнить друг с другом, по тому, как они генерируют молекулы, а также можно сравнить их с той моделью, которую вы разрабатываете, если вы захотите разработать свою модель. Можете взять модель из MOSES, ее переработать и попробовать сделать что-то свое, посмотреть, может быть, ваша модель будет лучше работать, или вы можете ее или улучшить, или разработать свою. Так что зафоркайте нас на GitHub и можете принять участие в таком своеобразном конкурсе по генеративной химии по всему миру. Опять же, InSilico, наша компания, мы разрабатываем программное обеспечение для генеративной химии, для поиска новых молекулярных соединений. Мы также коллаборируем с большими фармкомпаниями, помогаем решать им сложные проблемы. Но самое главное, это то, что мы разрабатываем собственные препараты под новые мишени. И я вам честно скажу, что бизнес софта, бизнес программного обеспечения, он очень маленький вообще в мире, потому что общий объем рынка, он небольшой. И там доминирует компания Schrödinger, которую используют большие фармы очень давно, с 1992 года. И они заняли большую нишу, и они недавно вышли на рынок ценных бумаг, и теперь они стоят 6 миллиардов долларов. Но они стоят 6 миллиардов долларов только потому, что у них есть тоже собственный внутренний пайплайн препаратов. То есть если оцениваются компании такие, как наша, обычно смотрят инвесторы и, в принципе, даже сотрудники компании, потому что они тоже хотят, чтобы компания была успешна, на внутренний пайплайн молекулярных препаратов, которые вы пытаетесь довести до рынка. Это то, что по-английски называется main source of value. Потому что некоторые из этих препаратов, если они дошли до рынка, они могут генерировать несколько миллиардов долларов в год оборота. И это практически чистый доход. Но, как я вам сейчас расскажу, вероятность провала таких
таких исследований, она очень велика. 99%, если вы начинаете с нуля. И вот этот слайд я тоже очень рекомендую заскриншотить. Те из вас, кто не знаком с тем, как разрабатываются новые лекарства, этот слайд даст вам очень много информации на одной картинке. И эту картинку изначально опубликовал очень известный медицинский химик, профессор химии Стивен Пол. Сейчас он в Колумбии университете, по-моему. Тогда он был в компании Эли Лили. И эта статья вышла в Nature Reviews Drug Discovery в 2010 году. Она называется «How to improve R&D productivity – the pharmaceutical industry's grand challenge». Здесь мы показываем полностью, сколько каждый шаг разработки молекулярного препарата, низкомолекулярного препарата и проход через стадии клинических испытаний. Я вам коротко расскажу, потому что это может быть недостаточно понятно. Соответственно, вывод препарата на рынок и разработка этого препарата состоит обычно из двух больших частей. Она называется discovery, то есть исследование. Это то, где мы формируем гипотезу о заболевании, понимаем основные механизмы заболевания, ищем молекулярные мишени, белки в основном, которые мы можем или ингибировать, или полностью их лишить их функции, или наоборот, мы пытаемся увеличить активность этого белка в разных заболеваниях. После того, как мы нашли такой белок, мы ищем молекулярное соединение, которое к нему цепляется. Потом мы оптимизируем это молекулярное соединение, ищем молекулярные соединения, которые обладают специальными свойствами, которые, скорее всего, станут хорошими препаратами. После этого тестируем на мышах и на различных моделях заболевания. Это могут быть ткани, органы, это могут быть клетки. После этого мы идем в регуляторный орган, в Америке это FDA, это Food and Drug Administration, и тестируем фазу 1, тестируем безопасность на людях. А потом тестируем эффективность на людях, фаза 2. Фаза 3 – это и безопасность, и эффективность вместе, и после этого мы идем в клинику, идем на рынок. А в 2010 году, когда Стив опубликовал эту статью, стоимость в большой фармацевтической компании вот всего этого процесса была примерно 1.6 миллиардов долларов и занимала примерно 10 лет, 10-12 лет. Опять же, первая часть – это discovery, вторая часть – это development. Люди, которые занимаются discovery, они не занимаются development. То есть здесь работают медицинские доктора, здесь работают медицинские химики, здесь работают биологи. И опять же, как я вам говорил, вы о себе… Желательно думать о себе как о борце ММА, как о борце по боям без правил и иметь экспертизу в каждой из этой области. То есть, если вы не медицинский доктор, вы все равно должны знать каждую часть из этого процесса, потому что не зная этой части, вы не сможете разрабатывать хорошие препараты. Здесь показано на этом же слайде cycle time, years, то есть сколько лет занимает каждая часть и вероятность успеха. То есть вероятность того, что вы найдете хорошую молекулу, которая как минимум ингибирует, может быть, не оптимально ту молекулярную мишень, которую вы нашли в области биологии, она высокая. Самый большой процент провалов, почти что 70%, это эффективность на людях. Это значит, что модели заболеваний, которые обычно используются для тестирования препаратов, они не очень хорошо повторяют человеческое заболевание. То есть человеческая биология – это очень сложная система, которая, в принципе, опять же, может решиться только искусственным интеллектом, и мы только в начале пути. И многие из вот этих вот провалов фазе 2 можно предотвратить только на уровне выбора мишени, потому что в основном они проваливаются из-за того, что вы мишень неправильно подобрали для вашей популяции пациентов. Соответственно, опять же, это важно знать и знать как очень наш. Мы разрабатываем искусственный интеллект, который, в принципе, работает для каждой фазы и может очень сильно ускорять весь этот процесс.
И сейчас мы показали уже внутри компании, что мы можем сократить стоимость и время, которое требуется для изначальных вот этих двух фаз, поиска молекулярной мишени и низкомолекулярного соединения, которое ингибирует эту мишень, мы можем снизить стоимость практически на 40%. И время тоже можем практически вдвое уменьшить для более простой биологии, простых мишеней. То есть искусственный интеллект работает, это очень замечательно. И одна из технологий, которую мы используем, и которая, в принципе, сделала нас знаменитыми, называется генеративные состязательные сети. И одна из статей, которую обязательно стоит прочесть, которая очень хорошо визуализирует и упрощает многие концепты этой технологии, представлена здесь. Это РИД, ICML 2016. Он подал эту статью примерно тогда же, когда мы подали нашу по химии. Здесь, соответственно, показывается основной принцип работы этой системы. У вас есть генератор, это глубокая нейронная сеть, натренированная на миллионах изображений, аннотированных с текстом, и она генерирует шум, то есть какие-то изображения с различными свойствами заданными, например, текст, который описывает это изображение. И у вас есть дискриминатор, это глубокая нейронная сеть, которая берет выход из генератора и сравнивает этот выход с правдой, с то, что называется ground truth, и смотрит, этот вывод правилен или неправилен. То есть насколько у вас картиночка, которую вы генерируете, соответствует правде. Они конкурируют друг с другом, генератор пытается обмануть дискриминатор пытается понять, если генератор генерирует правильную картиночку или неправильную картиночку. И опять же, в 2016 году, когда мы публиковали нашу первую статью по химии в этой же области, вышла вот эта статья, она была первая, которая показала, насколько классно можно переводить текст, то есть вы просто описываете для глубокой нейронной сети картиночку, говорите, вот эта вот маленькая птичка, у нее розовый носик и розовая грудка и челка, и вы видите, что генерируемое изображение, в принципе, содержит свойства, которые мы хотим увидеть. То есть вы, в принципе, нормальным языком описываете картинку, вам показывается картинка, которая, в принципе, соответствует тому, что вы хотите себе представить. В 2017 году появились то, что называется deepfakes, и вот эти люди, они существуют, и они были представлены генеративной системой, они были воображены. Это то, что называется воображение через искусственный интеллект. И, как вы видите, они, в принципе, соответствуют действительности. То есть вы не видите здесь каких-то рептилий или людей с четырьмя ушами. Они очень хорошего качества. Сейчас эти изображения не отличить от реальности вообще. И мы решили попробовать применить такую технологию для генерации биологических данных. И, например, вот недавно мы сделали работу, которую поддержала компания Intel. Мы используем метатранскриптомные данные пациента и метаданные пациента. Метатранскриптомные – это в основном микробиом, это бактерии, которые отсеквенированы, геномы бактерий, которые находятся в пациенте, взятые от пациента, и также геном вируса. Мы их можем изучить и отдать на исследование нашему искусственному интеллекту. И, используя эти данные, можно стратифицировать пациентов на разные категории, посмотреть, какие из них, скорее всего, умрут, какие попадут на вентилятор, а какие пройдут без симптомов. Можно посмотреть анализ рисков,
и очень хорошо кластеризировать таких пациентов, когда у вас есть много данных. Но когда у вас данных мало, особенно таких, как биохимия крови, вирусные геномы, метагеномные данные, вы хотите их увеличить. Вы хотите увеличить объем данных. Вы берете маленькое количество данных, маленькое количество датасетов, которые сейчас есть, которые собирают люди, и используете вот такие генеративные системы для того, чтобы увеличить количество данных, которые у вас есть, и дать им дополнительные свойства. Например, вы можете просто... Одна из прикольных идей, которую мы придумали, мы можем генерировать людей разного возраста. Просто возраст меняете, как один из параметров для генерации. И искусственный интеллект генерирует огромное количество людей разного возраста, в принципе, исходя из одного человека. То есть, например, если вы представите меня, 80-летнего, 81-летнего, 90-летнего, вы можете себе это представить, искусственный интеллект может представить меня гораздо лучше, чем вы. И используя меня как шаблон, можно нагенерировать миллион меня, используя только время. И мы вот такие идеи применяем для того, чтобы расширять датасеты. Мы показали недавно, что можно использовать всего лишь 65 анализов крови через наши генераторы, которые натренированы на миллионах, для того, чтобы сгенерировать, например, 10 тысяч образцов, как людей, у которых очень сложно протекать будет заболевание, и людей, у которых заболевание пройдет без симптомов. Они просто покашляют, и все. И мы показываем, что вот эти генеративные модели, они очень хорошие данные генерируют. Когда мы эти данные сравниваем с реальными данными, а мы говорим о очень простых фичах, таких как билирубин, албумин, глюкоза, щелочная фосфатаза и так далее, просто обычный анализ крови, мы можем взять очень ограниченное количество таких образцов, можем взять их, например, 100, и сделать из них несколько тысяч очень хорошего качества, которые будут неотличимы от реальности. И мы можем использовать вот это вот знание теперь о том, как генеративные модели работают по генерации ковидных пациентов, виртуальных пациентов, можно сказать, для того, чтобы понять, какие из вот этих фич важные, какие значимые и на что стоит больше обращать внимание. Соответственно, вот такая работа у нас тоже есть. И в химии, слава богу, в 2016 году я познакомился мы знакомы были давно, но мы начали сотрудничать с таким замечательным ученым, профессором химфака Яном Андреевичем Иваненковым. И я честно скажу, что мы работаем и с Гарвардом, и с Колумбийским университетом, и с топовыми китайскими университетами, с японцами. Но лучше медицинских химиков, чем Ян Иваненков, я еще не встречал. И все его студенты, которые от него приходят, это как раз вот такие вот борцы по боям без правил, и они могут уходить и в биологию, и в статистику, и в бизнес-девелопмент, и в программирование. Это самые крутые ребята. Кстати говоря, к нему очень сложно попасть, но если вы попали и если вы выжили, то вы становитесь очень-очень крутым специалистом. Более 100 публикаций опубликовал, и очень рекомендую посмотреть на его публикации, его рейтинг, и идти на химфак, и обязательно попасть к нему. И один вот из его студентов, который здесь присутствует сейчас, один из слушателей, можете задать ему вопросы. Это Богдан Александрович Загребельный. Он как раз ведет наш проект по COVID-19. И только что мы сделали классные молекулы, которые ингибируют один из топовых вирусных белков. Это C3L3 протеаза, C3-like protease, на 43 наномоля при концентрации и имеют очень хорошие физиологические свойства и фармакологические свойства. Вот этот коллега
до сих пор еще продолжает обучение в аспирантуре МГУ, но он уже закончил, и, в принципе, он вел этот проект. Если вы посмотрите на историю глубокого обучения искусственного интеллекта, многие из основных концептов берут свое начало в середине прошлого века. То есть это ничего нового. Нейронные сети были предложены в 43-м году. Разумеется, тогда не было высокоскоростных компьютеров и не было графических ускорителей, которые сейчас возможны. Многие, опять же, основные концепты были заложены в прошлом веке. ГАНы, то есть генеративные созидательные сети, они были предложены в 2014 году. Это совершенно новая технология. Ее опубликовал очень молодой ученый, в то время еще PhD-студент, после этого постдок, Иэн Гудфеллоу в университете Монреаля. Он опубликовал первые работы по генерации новых шрифтов. То есть вы тренируетесь, есть такая очень известная база данных, называется MNIST, где есть очень большое количество от руки написанных цифр, и вы можете с этой базой данных играться различными способами. Вот он натренировал генеративную модель, которая генерирует очень хорошие циферки. Показал, что это работает, и мы распознали эту тенденцию и опубликовали первую работу, вот, которую я говорил, Cornucopia of Meaningful Leads, где использовали представление молекулярной структуры в виде фингерпринта, в виде отпечатка, бинарного отпечатка молекулы. А потом мы сделали много-много работ, опять же, теоретических, используя текстовую репрезентацию молекулярной структуры, графы, 3D-репрезентации молекулярной структуры. И в 2017 году я собрал немножко денег для того, чтобы синтезировать эти молекулы и потестировать их на биологических мишенях. И, на удивление, это сработало. Огромная компания, конгломерат в Китае, Вуши, Аптек, у них 30 тысяч химиков. Они заметили, что мы такую работу сделали, и они инвестировали в нас и дали нам огромные лабораторные мощности, чтобы продолжать эту работу. После этого мы разработали систему под названием «Химия 42». 42 – это, вы, наверное, знаете, Дуглас Адамс, путеводитель по галактике, ответ на все вопросы, данные искусственным интеллектом. И мы разработали систему, опять же, мы использовали вот эти вот генеративные системы для того, чтобы генерировать простые молекулы. Потом мы поняли, что молекулы надо отфильтровывать, и сделали очень крутые, тоже на базе глубокого обучения, фильтры. Потом мы их сделали много. И потом мы наняли большую команду программистов, которая сделала операционную систему практически, которая называется вот «Химия 42». Вы можете добавить туда свою модель, сравнить ее с другими моделями, подключить свои базы данных, подключить дополнительные системы виртуального скрининга. И мы сделали красивый интерфейс, который позволяет с этой системой работать и генерировать молекулы с самыми разными свойствами. Можем по каким-то мишеням коллаборировать даже. И сейчас вот эту вот систему покупают очень большие фармкомпании. Практически каждую неделю мы будем анонсировать сейчас деплоймент большую фарму. И опять же, Ян Иваненков придумал классную такую систему, которая называется MC18, которая отслеживает то, как медицинские химики думали. То есть самоорганизующаяся карта, которая отслеживает различные молекулярные структуры, в том числе сгенерированные, по году, когда их, скорее всего, могли придумать медицинские химики. Вот можете заскриншотить этот слайд и почитать его статью. Действительно гениальная статья. И вот Богдан, которого ты уже отрекламировал, он тоже был соавтором. Меня тут нет как соавтора. И потом мы сделали прикольную такую работу в 2018 году. Вот эта компания Вуши, она сказала, давайте мы дадим вам любую мишень, например, киназную молекулярную мишень, которая вовлечена в какое-то заболевание, которая, в принципе, известная очень,
и вы попробуете сгенерировать под эту мишень молекулярные структуры с заданными свойствами. И мы согласились, сказали, давайте попробуем. Конечно, вероятность обычно очень низкая, и обычно это занимает пару лет. И мы использовали генеративное тензорное обучение с подкреплением для того, чтобы очень быстро разработать под заданную мишень, DDR1 киназу, у которой есть структура, у которой есть уже известные ингибиторы. Мы использовали эту информацию для того, чтобы сделать новые молекулы, очень быстро их синтезировали в уши, очень быстро потестировали на человеческих клетках фиброзных, потестировали метаболическую стабильность, потестировали микросомную стабильность на клетках и также пошли в мышей. Потестировали на мышах, показали очень хорошие ADME и фармакокинетические свойства, сделали submission в Nature Biotechnology и через год опубликовали статью. И эта статья, она сейчас шестая, самая популярная статья в истории Nature Biotechnology, потому что ее осветили все СМИ, которые только возможно. Это очень популярная статья. Очень рекомендую почитать, могу вам показать ссылку на нее. И теперь у нас есть такая система, которая называется PharmaAI, которая включает в себя систему по поиску молекулярных мишеней. Мы ее запускаем через месяц. Вы можете уже сейчас пойти на... Мы ее переименовали в Panda Omics, а не Pandomics, потому что сейчас пандемика. Очень плохо Google переименовывает нас сразу же в пандемию вместо Pandomics. И можете зарегистрироваться и через месяц получить доступ. Я думаю, что ранние пользователи, они могут даже опубликовать хорошие научные статьи на базе этой системы, потому что она новая, и редактора журналов очень любят такие вещи. У нас есть система Химия-42, которая генерирует новую химию, и Инклиника – это система, которая предсказывает исходы клинических испытаний. То есть наша задача – это полностью сделать всю фарму быстрее и дешевле и дать этот инструментарий в руки простых людей. Сначала мы дадим это в большую фарму, тестируем, потом дадим всем. Соответственно, мы хотим демократизировать процесс drug discovery. И сейчас у нас есть одна очень крутая неопубликованная работа, про которую я могу только поверхностно рассказать. Опять же, самая рискованная часть drug discovery и поиска препаратов – это поиск новой молекулярной мишени. Потому что мишени огромного количества, их там, можно сказать, 5000 белков, которые можно с ними что-то сделать, и огромное количество белок-белок взаимодействий, с которыми тоже что-то можно сделать. И они все относятся к какому-то биологическому процессу. И вот какое из этих биологических процессов и какое из этих соединений, какое из этих белков является важным и может повлиять на исход заболевания какого-то, вот этот вот выбор белка, выбор мишени – это самый сложный процесс и самый рискованный процесс drug discovery. То есть вам каждая попыточка стоит от 120 миллионов долларов до 3 миллиардов. Если вы захотите дойти и 10 лет вашей жизни, если вы захотите дойти до клиники и пройти клинические испытания. То есть после того, как вы нашли мишень, вы идете делать молекулу и тестируете. И мы показали, что мы, в принципе, можем это сделать под фиброз, под сразу несколько фибротических заболеваний, и мы это сделали за 18 месяцев. И вот здесь показан таймлайн. В марте 2018 мы нашли новые молекулярные мишени под то, что называется NASH, это non-alcoholic steatosis. Это заболевание печени. Очень много американцев им болеют, потому что они очень неправильно питаются. И это заболевание как метаболического относится к метаболизму и к фиброзу. Мы пошли через фиброз, нашли новые молекулярные мишени, разработали биомаркер под эти мишени, разработали новые молекулярные соединения, пошли запартнерились с большой фармацевтической компанией, у которой были тесты под фиброз очень хорошие, то есть где можно было в лаборатории попробовать. Потестировали, посмотрели, что действительно работает,
большая фарма не успела у нас их лицензировать, и мы сделали новые препараты, потестировали на клетках, потестировали на мышах и подготовились к исследованию на людях. В это время начался COVID. К сожалению, мы не пошли сразу в людей. И заодно мы пока вот сейчас переработали практически весь этот проект под еще другое заболевание, не наш, потому что, опять же, выбор заболевания и определение того, как вы будете делать клинические испытания, оно, вот этот выбор определит успех компании и успех препарата на рынке. Поэтому очень важно выбрать правильное заболевание, и мы сейчас пошли в другое заболевание, но тоже фибротическое. Это исследование сделает историю, когда мы анонсируем, вы его везде услышите. И также у нас есть очень интересный проект под COVID. Мы опять же пошли за то, что называется 3C-like protease. Это основная протеаза этого вируса. Это белок, который ответственен за репликацию вируса. И если мы его деактивируем, то вирус, соответственно, не сможет размножаться. И мы сделали интересную работу в апреле-мае, показали, что за 4 дня мы можем сгенерировать большое количество препаратов под эту молекулярную мишень. Мы использовали 11 дней для коллаборации с такой интересной компанией Nanom. Они в виртуальной реальности могут дать медицинским химикам посмотреть на эти молекулы и обсудить их, посмотреть, насколько они drug-like, насколько они похожи на действительно хорошие препараты, модифицировать их. И после этого мы опубликовали эти структуры, поставили на архив, и сейчас их синтезируют. Вот эти структуры, они, в принципе, опять же, для медицинских химиков, вот эти структуры, они не вызывают рвотного эффекта, они полностью придуманы искусственным интеллектом, это не люди их придумали. Это очень новые молекулы, которых нету в базах данных, то есть если мы сравниваем с базой данных, степень похожести будет меньше 70%, и некоторые из них, они совсем не похожи на то, что есть в базах данных, опять же, придуманные полностью с помощью искусственного интеллекта. И вот это вот очень интересный слайд, который очень хорошо понятен химикам и который очень непонятен школьникам сейчас или людям, которые сейчас молодые ученые, которые думают идти на химфак. Обязательно идите на химфак, потому что тогда вы сможете понимать вот такие таблички. Ну, зеленое – это обычно хорошо. Можете посмотреть активность соединения. Вот это идентификационный номер соединения, которое было потестировано против мишени Treat-like протеаза SARS-CoV-2. И здесь вы можете посмотреть, насколько оно активно. 43 наномоля – это очень активное вещество. Обычно лекарства попадают в промежуток от 1 наномоля до 50 наномолей. Некоторые даже и 100 наномолей тоже есть на рынке. Но до этого, до такой активности, чтобы дойти, обычно требуется несколько лет. Можно это ускорить. Мы это сделали за пару месяцев. Много насинтезировали молекул и потестировали. И вот здесь вот показана молекула, которая у нас сейчас является нашим лидером. 5.32, 43 наномоля. Видите, многие другие особенности, параметры молекулы, которые, в принципе, оцениваются и определяют вероятность успеха этой молекулы как препарата. Все зелененькое, и мы сейчас планируем идти в доклинику, в позднюю доклинику, чтобы довести этот препарат до рынка. И сейчас ищем партнера. То есть это, ребят, очень круто. Такая молекула сейчас на рынке стоит примерно $1.5 миллиона upfront, то есть то, что вот готовы заплатить люди прямо, чтобы ее получить и после этого разрабатывать. Вы еще получите кусочек с прибыли, если будете с кем-то партнериться. То есть это, в принципе, очень интересная молекула. И она уникальная. Есть несколько сейчас публикаций на рынке, которые были опубликованы в Nature, Science, но это старая химия, которую можно отследить аж до 2005 года. Вот эта молекула, которая N3,
опубликована в Nature группой доктора Рао в Шанхай-Теке. Опять же, китайцы очень круто выступили в этот раз. У них 36-наномолярный ингибитор, но у него есть много-много проблем. И это очень старая молекула с прошлого SARS, которая сработала в SARS-2. Но у нее есть проблемы, мы эти проблемы починили, и наша молекула гораздо лучше, как мы думаем. Опять же, компания сейчас работает сразу во многих областях, и мы очень многие интересные проекты берем в области предсказания клинических испытаний. То есть мне кажется, что если мы научимся хорошо предсказывать клинические испытания, это, в принципе, Эльдорадо, и это сможет помочь человечеству сделать фарм-индустрию гораздо более эффективной. Мы даже очень часто партнеримся просто бесплатно или даже кому-то платим, чтобы получить этот опыт. Опять же, мы ищем новые молекулярные мишени, мы делаем новые препараты, дизайн делаем, и у нас сразу много программ собственных. Одна из самых важных – это фиброз. Так что если вы очень хороши в химии или в доклинических испытаниях, или в биологии, можете с нами связаться и попробовать у нас поработать. Такого инструментария, как у нас, сейчас нет ни у кого, поэтому фарма с нами так хорошо партнерится. У нас есть офис в России, в Сколково, и исследовательский центр. И там действительно очень интересному можно чему научиться, если вы особенно закончили химфак. Соответственно, здесь я, наверное, закончу свою лекцию, потому что я овертайм, но хотел рассказать очень коротко про свою основную страсть. И это страсть в старении и долголетии. То есть я считаю, что самая большая проблема человечества – это старение. И то, что природа нас заточила таким образом, что мы не можем постоянно самосовершенствоваться, то есть после какого-то возраста мы начинаем падать вниз и терять функцию, к сожалению, и вы не можете эту функцию восстановить ни за какие деньги. Поэтому большое количество исследований, которые я делаю, они находятся в поле старения и долголетия. Мы изучаем как биологические процессы старения и ищем вот эти новые молекулярные пути, новые молекулярные мишени. Также разрабатываем препараты. И самую прикольную работу, которую я сделал, наверное, за всю свою жизнь, это, я сейчас покажу, это натренировал глубокие нейронные сети на разных типах данных для того, чтобы предсказывать человеческий возраст. То есть мы берем огромную базу данных человеческих данных, образцов. Например, в Англии есть такая база данных, как UK Biobank. Это огромная база данных британцев, где собираются их ежегодно, собираются анализы крови, транскриптомные данные, геномы, очень много данных изображений, клиническая история и так далее у здоровых пациентов. И мы можем на этих данных натренировать предсказатель возраста в здоровом состоянии. Потому что возраст у всех есть, каждое живое существо имеет возраст, не каждое живое существо имеет какую-то определенную болезнь. Опять же, старение, скорее всего, можно считать болезнью тоже. И мы возраст можем предсказывать как стадию заболевания. Используются самые разные типы данных. Мы очень активно используем анализы крови. И самый мой любимый тип данных – это экспрессия генов, транскриптом. Потому что этот тип данных можно интерпретировать и поискать различные молекулярные мишени. Соответственно, читайте статьи наши и можете посмотреть, как мы это делаем. Мы сейчас разработали много таких часов и сделали такой программный продукт, называется young.ai. Туда можно загрузить много различных типов данных о себе. Эта система предскажет ваш биологический возраст. Очень часто этот возраст очень сильно отличается от хронологического, того, который есть в паспорте. И этот возраст обычно очень хорошо предсказывает смерть, то есть когда человек умрет. И можно найти те узкие горлышки бутылки, которые, в принципе, можно расширить и пожить немножко дольше. То есть найти слабые места, которые стоит укрепить.
И вот это мы тоже делаем с использованием генеративных созидательных сетей. Мы недавно запартнерились с такой интересной компанией в Сан-Диего под названием Human Longevity, которую основал Craig Venter. Они же инвестировали в компанию, которую мы выделили из InSilico и которая занимается вот этими вот часами старения. И для большого количества пациентов в США мы предоставляем такие услуги по предсказанию их биологического возраста и поиску вот этих слабых мест. Также мы очень активно используем их данные для того, чтобы искать новые молекулярные мишени. Поэтому спасибо огромное за внимание и буду рад ответить на любые вопросы. Можете добавить мне новый чат или зайти к нам в офис, в том числе и в Сколково. Можно я задам вопрос? Да, конечно. Можете вернуть слайды, где вы там молекулы показывали сложные, вот эти, которые стоят там? Вот эти? Да. Угу. Я просто как человек, который больше по неорганической химии, можете, пожалуйста, ответить на вопрос? Вот эти соединения, они как бы органиками легко синтезируются или нужна какая-то определенная методика? Это зависит от... Это, опять же, еще одна область химии. Это синтетическая химия, которую тоже отлично преподают на химфаке. После того, как вы разработали, нашли вот такую молекулу, представьте себе, что вы сделали это, например, ручками или с искусственным интеллектом, все равно вам нужно ее сделать. Чтобы ее сделать, нужно спланировать синтетический путь, то есть путь синтеза. Он может состоять из нескольких шагов, а может состоять из очень многих шагов. И чем больше шагов, тем он дороже и сложнее. И таких шагов, таких вот путей может быть очень много. И для того, чтобы делать synthetic route planning, тоже можно применять искусственный интеллект. То есть мы тоже разработали искусственный интеллект, который очень быстро планирует путь синтеза, оценивает синтетическую доступность, насколько просто синтезировать эту молекулу. И очень часто можно ее синтезировать за неделю, например, да, с нуля. А иногда это занимает у вас полгода, а иногда, может, и год. Я понимаю, что вы это уже синтезировали? Нет, вот эти вот молекулы, которые здесь представлены, их синтезировали другие люди. То есть это не наши статьи, к сожалению. Ну, может, к счастью. То есть вот эта вот молекула, которая называется M3, она была синтезирована лабораторией доктора Рау в Шанхай-Теке еще в 2005 году, и вот недавно они ее нашли. Она, разумеется, уже синтезирована, потестирована, и она дотестирована до такого уровня, что ее опубликовали, и дальше ее не повели, потому что очень часто такие вещи делаются только для публикации, но молекула не обладает свойствами хорошего препарата, то есть она, например, плохо растворяется, или она быстро метаболизируется, или она просто токсична, то есть это еще страшнее всего, да, то есть она просто не специфична, она ингибирует еще что-нибудь, и там мыши умирают очень быстро. Но до того, как вы дойдете до той стадии, чтобы мыши умирали, вы потратите полгода минимум, чтобы понять, насколько она хорошо работает на клетках. Эти молекулы синтезированы, они потестированы другими группами. А вот эти вот молекулы мы тоже все синтезировали. То есть они все имеют разную структуру. Они могут относиться к одной и той же серии, но разные структуры здесь представлены. Мы их синтезировали, потестировали. То, что вот зелененьким показано, это значит, что мы потестировали их, мы их синтезировали, потестировали против вирусного белка. А вот здесь вот мы их потестировали на клетках и также потестировали против очень известных молекулярных мишеней, которые обычно, если что-то к ним цепляется, это обычно очень токсичный препарат. То есть мы посмотрели, что, в принципе, ничего к ним сильно не цепляется, и это наш препарат, скорее всего, будет нетоксичным. Мы свои структуры здесь не показываем. То есть вот здесь вот можно показать структуры, которые мы опубликовали.
Вот эти структуры, они пока не опубликованы. Но мы их тоже синтезировали. Просто я не совсем понимаю, почему тогда цена-то за вот эти молекулы такая высокая. Опять же, потому что, чтобы... Ты знаешь, если вы знаете, если мы эти, если бы вы провели этот препарат до фазы 1, то есть потестировали бы их на людях, стоимость такой молекулы только upfront, только то, что вам заплатят вперед, я думаю, что миллионов 10-15 американских долларов. Если вы доведете ее до фазы 2 и покажете эффективность, я думаю, что вперед вам заплатят... Ну, наверное, 100-150 миллионов долларов. А сейчас при ковиде может быть и полмиллиарда. Но вы при этом будете давать методику ее синтеза, правильно? Нет, разумеется. То есть методика синтеза, она разрабатывается до того, как вы ее синтезировали. То есть это очень простой шаг. Сложный шаг – это показать, что эта молекула эффективно, безопасно и обладает свойствами препарата, лекарственного средства. Спасибо. То есть, опять же, органический синтез – это обычно рутинная работа, это, скажем так, механики. Медхимики – это гораздо более крутые артисты, которые придумывают молекулярную структуру. То есть обычно практически любую молекулу можно синтезировать. Александр Александрович, тут есть в чате к вам вопрос. Видно, не у всех есть возможность задать... Даже два вопроса уже. ...голосом. Вот посмотрите, пожалуйста, или давайте я вам озвучу. А я вижу, да. Я могу... Да, давайте, пожалуйста. Хотите вы озвучите, хотите я могу озвучить. Ну, вопрос лучше в любом случае озвучить, чтобы те, кто не в Zoom, а в YouTube, знали бы, о чем вопрос. Хорошо. Добрый вечер, Александр Александрович. Спасибо большое за лекцию. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Распространено мнение, что современная наука находится в кризисе воспроизводимости. Результаты исследований зачастую не вполне достоверны. Встречается ли ваша компания и ваша и система искусственного интеллекта с этой проблемой? И как вы это преодолеваете? Да, разумеется, это огромная проблема. И в зависимости от того, какие научные группы исследуют воспроизводимость, сейчас есть несколько цифр, от 50% всех исследований до, от 30 до 50% всех исследований, они невоспроизводимы. То есть многие группы ученых, они публикуют результаты, которые были получены после огромного количества исследований и инвестиций. То есть, ну, обычно такие исследования, кстати, публикуются очень известными институтами, например, там Гарвард, MIT, Стэнфорд, которые получают огромные гранты. То есть, ну, вы получили 20 миллионов долларов в грантах, после этого вы что-то опубликовали, кому-то, чтобы это воспроизвести, будет нужно потратить тоже 20 миллионов долларов, правильно? И обычно такие исследования дорогие покупаются фармкомпаниями, они пытаются это воспроизвести у себя, и очень часто они не могут, потому что данные не соответствуют тому, что опубликовано. Или какие-то данные были утаены. И, разумеется, после того, как они это лицензировали, это не сразу происходит. Обычно этот процесс занимает 3-4-5 лет, и они понимают, что они отлицензировали что-то, что невоспроизводимо, только через 4-5 лет, и они закрывают такой проект, и они могут на такой проект потратить, например, 100 миллионов долларов. Опять же, фарминдустрия, она очень неэффективна. И мы как раз разрабатываем искусственный интеллект, который пытается определить, является исследование повторяемым или нет, и является ли ученый, который публиковал это исследование, то, что называется credible, можно ли ему доверять или нет. И мы используем эти скоринги в основном для предсказания исходов клинических испытаний. То есть если мы видим, что ученому не стоит доверять, а его продукт, деятельности отлицензировала фармкомпания и довела его аж до фазы 2, там, где тестируется эффективность,
то вероятность того, что это клиническое испытание закончится успешно, опять же, клинические испытания для того и сделаны, чтобы действительно по-честному все тестировать, хотя там тоже есть лазейки. И только вот в фазе 2 вы об этом узнаете, и, скорее всего, если ученому, который 10 лет назад что-то изобрел, не стоило доверять, и исследования, которые обычно он производит, неповторяемы, а вероятность того, что клиническое испытание закончится провалом, она выше. И мы обычно, у нас тоже есть такой скор. Также есть несколько подходов по оценке воспроизводимости, и обычно это делается таким образом, что мы смотрим, как люди описали взаимодействие двух белков, например, или более двух, чем два белка, например, что-то может в одной статье активировать следующий белок, какой-то белок, а в другой статье совершенно конфликтная информация, и мы увидим, что тот же самый белок ингибирует белок ниже в сигнальном пути. И таких вот историй огромное количество, мы их видим постоянно. Это может быть связано как с биологией, то есть просто разные клеточные типы используются, и они по-разному реагируют. Разные тест-системы используются, они по-разному реагируют. Разное время инкубации препарата с клетками. И тоже они по-разному реагируют. И опять же, это очень часто не из-за того, что люди врут, а из-за того, что биология просто очень сложная. И очень часто экспериментальные условия, они разные. То есть не в том же самом экспериментальной среде люди тестировали. И находить вот такие вот конфликтующие значения и конфликтующие исследования в литературе искусственный интеллект может очень просто. Это как раз одна из тех задач, с которыми искусственный интеллект, который читает статьи, справляется гораздо лучше, чем человек. И там мы как раз очень много выявляем таких исследований, которые конфликтуют, и какие-то из них мы можем априори определить как фальшивые. То есть очень небольшая часть, мы видим, что они в плохих журналах и сделаны плохими группами, и мы видим, что, скорее всего, они, в принципе, фальшивые. А какие-то исследования нужно смотреть, углубляться в биологию и смотреть глазками, кто прав, кто виноват. Опять же, когда-то искусственный интеллект дойдет и до этого. Александр, есть еще вопросы? Вот Михаил Лебедев спрашивает. У меня вопрос дилетанта. Что является критерием оценки выбора соединения лидера? Энергия системы после моделирования? Если да, то как это соотносится с реальными биосистемами? Моделирование ведь не учитывает сальватное окружение. Обычно критерии выбора лидера тут, три. Самые важные, с которых мы начинаем, это активность молекулы в отношении белка-таргета. То есть нужно смотреть самую активную молекулу. Если она не активна, то она, в принципе, не нужна, правильно? А второе – это насколько она селективна, то есть насколько она бьет вот белок, который вам интересен, который вам нужен, и не бьет другие белки. То есть это тоже очень важный фактор. Третий фактор – он скорее коммерческий, то есть вам нужно, чтобы эта молекула была новой, чтобы ее можно было запатентовать, иначе, если вы не можете ее запатентовать, вы никогда не получите средств на то, чтобы ее дальше двигать в исследование и тестировать ее в более дорогих системах. Четвертое – это хорошо иметь несколько препаратов и смотреть, насколько, то есть есть такое diversity, разнообразие, насколько ваши лидирующие молекулы разнообразны. И потом вы тестируете эти молекулы в очень примитивных системах, смотрите, насколько они безопасны, насколько они, скорее всего, ингибируют какие-то белки, которые связаны с токсичностью. Вы тестируете микросомную стабильность, то есть вы можете в очень простой тест-системе потестировать, насколько
насколько эта молекула метаболизируется хорошо. Вы можете посмотреть это на клетках, на человеческих гепатоцитах, клетках печени, посмотреть, насколько хорошо они метаболизируют препарат. И, разумеется, гораздо более дорогое исследование, вам нужно много молекулы для этого, вам нужно ее насинтезировать. Вы делаете инъекцию или добавляете в еду мышам эту молекулу и смотрите, насколько она биодоступна, и сколько времени она циркулирует в крови, когда она появляется, сколько она существует. И, разумеется, смотрим токсичность на мышах. Если у них там вдруг выпали волосы, то, наверное, это не очень хорошо. Или если они там все умерли, тоже плохо. То есть вот таким вот образом мы выбираем молекулу лидера. Очень хорошие медицинские химики, они могут смотреть на молекулу. То есть вот студенты Яна Иваненкова, они могут смотреть на молекулу, они скажут, вот это будет, соответственно, токсично, это будет нестабильно, вот это будет сложно синтезировать. То есть хороший медицинский химик, он очень хорошо и быстро оценит вероятность того, что молекула, на которую мы смотрим, обладает определенными свойствами. Искусственный интеллект это делает гораздо лучше, чем медицинский химик, но об этом мы не будем говорить громко, чтобы не обидеть медицинских химиков. И, разумеется, без медицинских химиков вы не сможете сделать такой искусственный интеллект. Есть еще вопросы. Вот Рахман Аласади интересуется, насколько растворимы соединения новые, которые вы вот представили на слайде. И дополнительно продолжает Михаил Лебедев к предыдущему вопросу, если это возможно, по поиску потенциальных мишеней. Выбор ведь ведется по известным молекулам. А если действуют молекулы как агрегат, например, комплекс белок-белковый, или у мишени меняется конформация, да, это может быть за счет температуры локально, да, или за счет изменения pH там, в онкоклетках. Как тут искусственный интеллект поступит? Ну, я отвечу на первый вопрос. Да, обычно эти препараты растворимы в воде. Это очень важный фактор, иначе их потом тяжело тестировать, и они, скорее всего, не будут работать в мышах. Поэтому очень важно, чтобы они были растворимы. С точки зрения... То есть поиска молекулярных мишеней, подходов к выбору мишеней и поиску мишеней, их миллион. То есть вы, например, можете взять весь существующий геном и начать кидать дротики в этот геном. И есть хорошая вероятность, что вы попадете в какой-то участок гена, который отвечает за какую-то болезнь. И можете это сделать даже лучше, чем... То есть рандомно это чаще получается лучше, чем нерандомно. Самый простой способ поиска молекулярной мишени – это зайти в Google и напечатать строку «Дорогой Google, покажи мне все мишени, которые ты знаешь для такого-то заболевания». И очень часто он вам как раз покажет уже известные мишени, и какие-то из них будут менее исследованы, а какие-то из них более исследованы. И те, которые менее исследованы, для которых меньше статей, они, разумеется, более новые. И они менее вероятно сработают в клинике, хотя мы не знаем. И формуляция гипотезы о том, какая мишень вовлечена в какое заболевание, она очень часто начинается из текста. Как мы это делаем? Мы обычно смотрим на экспрессию генов. То есть мы смотрим экспрессию генов в клетках, которые взяты у пациента с определенным заболеванием, и сравниваем эту экспрессию генов с клетками того же пациента из ткани, где нет заболевания, или из пациентов, из здоровых пациентов, которые, других пациентов, здоровых пациентов.
мы обычно распределяем экспрессию генов на сигнальные пути, сравниваем эти сигнальные пути, а потом мы даем эти сигнальные пути глубокой нейросети на то, чтобы посмотреть, и глубокая нейросеть выбирает мишени, которые, скорее всего, вовлечены в заболевание и меньше относятся к нормальному состоянию. Это мы можем делать на разных типах клеток, можем это делать на разных типах тканей, на разных популяциях. И получив список ранжированной мишеней для определенного заболевания, очень часто мы видим совершенно новые гены, которые никогда не были вовлечены в это заболевание. Очень часто они даже никогда не исследовались как потенциальная терапевтическая мишень. После этого мы пытаемся на эти кости наложить какое-то количество мяса и посмотреть, что известно об этих мишенях в литературе. Если есть какие-то сигналы, что вот эти вот топовые мишени вовлечены в какие-то биологические процессы, которые относятся к заболеванию, это дает нам больше уверенности в том, что эти молекулярные мишени будут в этом заболевании работать. Но, разумеется, тогда теряется новизна. То есть чем больше мы сравниваем с уже известными мишенями, и известными литературными данными, тем меньше новизны. И отвечая на вопрос, то есть, разумеется, есть огромное количество мишеней, которых мы даже не знаем. И вот эти комплексы и так далее, белок-белок взаимодействия, это, кстати, очень популярная тема сейчас в молекулярных мишенях. Тогда мы просто смотрим, например, пары или сразу несколько мишеней, экспрессия которых меняется с определенным паттерном в различных клетках, в различных состояниях клетки, мы можем такие паттерны найти и представить гипотезу, что там белок-белок взаимодействия каким-то образом играет роль. Но представьте себе, что вы получили там 1000 новых мишеней, абсолютно новых, и вы их отранжировали, искусственный интеллект вам их отранжировал. А что вы дальше будете делать? Чтобы потестировать одну мишень, вам нужно полгода и уже валидированная модель, где нужно ее тестировать, уже готовая биологическая база, на которой вы можете потестировать эту мишень. Это может занять там, $20 миллионов и полгода. Может быть, вообще таких моделей нет. То есть новизна, она очень часто, это не то, что вам нужно. То, как большие фармы обычно думают о мишенях, они всегда стараются выбрать баланс между новизной и уверенностью в том, что эта мишень сработает. И поэтому они делают большое количество дополнительных экспериментов после того, как они выбрали, например, список из 10 или 100 мишеней для какого-то заболевания, они пытаются сделать какие-то очень простые эксперименты, чтобы понять, где, скорее всего, есть более сильный сигнал и большая уверенность в том, что эта мишень будет работать. Ну и, разумеется, когда они идут уже в позднюю доклинику или в клинику с этой мишенью новой, она уже совсем не новая. То есть там много неизвестно, и они вот это решение принимают, потому что это решение стоит им, опять же, от $100 миллионов до миллиарда, или до 3 миллиардов. Решение очень дорогое. И обычно они идут за чем-то, в чем они уверены, а это уже валидировано сразу многими лабораториями. И это одна из причин, почему у многих больших фарм одна и та же мишень имеется в доклинике, потому что они смотрят, что другие делают, и стараются идти в то же самое направление, поэтому новизна утрачивается. И опять же, поэтому вот поиск новых мишеней – это самая сложная, самая рискованная и самая интересная часть поиска drug discovery.
То есть это то, где как раз биология хорошо работает, где нужны знания биологии. Но опять же, если вы посмотрите на студентов Яна Иваненкова, они все знают биологию тоже, потому что они все сигнальные пути знают наизусть. Сори, я, наверное, не очень хорошо ответил на этот вопрос, но, опять же, я пытаюсь ответить. Если вам нужны новые таргеты, совершенно новые таргеты, вы можете, опять же, бросить дротик в геном, и есть очень хорошая вероятность, что вот этот участок генома, куда вы попали, будет относиться к заболеванию. Тем или иным образом, потому что все в этом мире взаимосвязано. Но чтобы получить уверенность в том, что этот кусочек работает хорошо, вам нужно будет сделать лабораторные эксперименты. И обычно люди этого не делают. Люди смотрят на уже готовые исследования, там ищут какие-то сигналы и формируют свою гипотезу заболевания и ищут из этого мишени. Можно я еще один вопрос задам? Да. Я не знаю, может быть, я, конечно, глупый вопрос задаю. Но вот смотрите, допустим, вы провели все клинические исследования, то есть, ну, сделали препарат. Вот, учитывая как бы сложность молекул, которые вы синтезируете, я так понимаю, что препараты ваши будут далеко не дешевыми, правильно? Собственно, весь вопрос. Смотрите, вы имеете физическую стоимость синтеза? Нет, на продажу. Ну вот, все готово. Вы это поставили на на массовое производство. Разумеется. Большие фармацевтические компании, смотрите, я обычно не буду этот препарат продавать на рынок сам. А индустрия устроена таким образом, что компании, которые занимаются исследованиями препарата, они практически никогда сами не выводят этот препарат на рынок. Потому что для того, чтобы провести клинические испытания, нужна совсем другая экспертиза и совсем другие деньги. То есть это огромное количество денег. То есть фаза 2 испытаний в самом простом заболевании, например, очень узком, там, idiopathic pulmonary fibrosis, то есть легочный фиброз. Очень конкретная группа пациентов, конкретное заболевание, просто их рекрутировать. Такое исследование будет стоить вам там, 35 миллионов долларов. Я такого не потяну. И обычно вы лицензируете молекулу большой фарме, и она доводит ее до клиники. А большая фарма, когда она выводит эту молекулу, разумеется, она не будет продавать ее дешево, потому что ей нужно как минимум компенсировать вот эти сотни миллионов долларов, очень часто миллиарды, которые она потратила на исследование. Поэтому стоимость физического препарата может стоить, то есть он может стоить там 10 центов за таблетку, а они будут продавать его за 100 тысяч долларов в год. Или там, может быть, за 500 долларов за таблетку, за дозу. Это обычно, может быть, и не таблетка, может быть, инъекция. То есть маржа там огромная. Но факт тот, что они эту маржу должны держать, потому что иначе исследования не будут окупаться. Ну и, разумеется, то же самое и с нашей историей. То есть после того, как мы отлицензируем наш препарат, например, какой-то большой фарме, она его проведет до фазы 3 клинических испытаний, пройдет фазу 3, зарегистрирует, начнет маркетинг. С каждым шагом, с каждым шагом валидации и близости к клинике препарат становится дороже. И после этого вы хотите как минимум вернуть свои деньги, которые вы потратили на разработку препарата, но и желательно заработать, потому что вы обычно запускаете 10 таких препаратов в исследование, один из них доходит. То есть 90% провалов. Их тоже каким-то образом нужно компенсировать. Ну, поэтому фармацевтические препараты такие дорогие. Ну да, я понял логику. Окупаемости, это, конечно, все здорово, только а кто будет тогда покупать-то, если они будут стоить бешеных денег? Ну, сейчас это огромная проблема медицины. То есть вот из-за этого вам стоит сейчас, если у вас такой вопрос появляется, хороший вопрос,
надо все бросать, идти на химфак, учиться, после этого идти в искусственный интеллект и разрабатывать более эффективные системы, которые с большей вероятностью быстрее будут генерировать эти молекулы, и все равно они будут стоить дорого, потому что многие, то есть исследования на людях мы пока заменить искусственным интеллектом не можем. Когда-то, может быть, и сможем. Но кто вам даст людей на тестирование? То есть это была бы фантастика для меня, если у меня было там вивари с людьми, я бы гораздо лучше, гораздо быстрее бы разрабатывал эти препараты, и они были бы гораздо дешевле. Но, к сожалению, вам нужно доказать эффективность на мышах сначала и на, в принципе, моделях заболевания, которые могут даже не повторять человеческое заболевание. И эти исследования нужно делать, то есть вы не сможете через них перепрыгнуть. Ну хорошо, у меня тогда второй вопрос возникает. Может так получиться, что вот исследования проведены, потрачены куча денег, вот препарат вышел, он стоит очень много денег, его никто не покупает, это никак не окупается, и в итоге все просто банкротится. Такие истории были. Я могу много таких историй вам рассказать, и, к сожалению, это там слезы, это боль, это пациент, который не получает эти препараты. И, кстати говоря, рекомендую посмотреть фильм китайский. Это китайский фильм, он называется «Dying to Survive» – «Умирая для того, чтобы выжить». Я, честное слово, каждый раз, когда смотрю этот фильм, я плачу в конце. Его можно посмотреть в самолете с английским переводом. Про китайцев, которые начали импортировать дешевые препараты из Индии в Китай для того, чтобы лечить пациентов, которые не могут получить препарат, потому что очень дорогой. И после того, как этот фильм вышел, у него бюджет был, по-моему, 20 миллионов долларов. Полмиллиарда он сразу же собрал кассовых сборов. Все китайцы посмотрели. И после этого китайское правительство сделало новую программу по закупке препаратов, которая снизила стоимость многих препаратов в 10 раз. Один фильм в позапрошлом году, снятый, опять же, за, в принципе, небольшой бюджет, повлиял на китайскую фармпромышленность таким образом, что в 10 раз снизилась стоимость препаратов, и многие огромные фармкомпании потеряли гигантские деньги из-за этого. Но, к сожалению, такая стратегия не может долго работать, потому что, да, вы снижаете их доход, но этот доход, он не дает им, снижение дохода не дает им возможности инвестировать в новые исследования. Но, к огромному сожалению, фарминдустрия, она неэффективна с другой стороны еще. Я приведу пример. Вот есть вакцина, которая как раз провалилась, и в конечном итоге на рынке после 10 лет в исследованиях вакцина против рака простаты под названием Prevenge. Эта вакцина была сделана для пациентов, у которых рак простаты метастатировал в кость. Обычно это castration resistant, после того, как мы удалили простату, этот рак продолжает жить, он где-то метастатировал, он резистентный ко всем препаратам, резистентный к гормональной терапии. И мужчины с таким раком обычно живут от 6 месяцев, они могут год прожить, но где-то 6 месяцев живут. Это адские боли, потому что кость разрушается. Если это позвоночник, то они и ходить не могут, и теряется функция. Это страшное заболевание. И вот эта вакцина была разработана для таких пациентов, и она увеличивала продолжительность жизни на 3 месяца. Стоила 120 тысяч долларов в год. И многие покупали, то есть люди готовы заплатить за дополнительные 3 месяца, особенно если страховка покрывает часть. Но, опять же, из-за того, что препарат был дорогой, не давал
значительного увеличения продолжительности жизни, да, компания обанкротилась в конечном итоге. И сейчас никто этот препарат не производит, хотя, в принципе, если бы его давать, например, на более ранних стадиях рака простаты, может быть, он работал бы гораздо лучше. Но вот это коммерческий провал и вот история, которая отвечает на ваш вопрос. И именно поэтому я вам сейчас один слайд покажу, который меня больше всего беспокоит. Но до того, как я вам покажу его, как вы думаете, если мы полностью вылечим рак, вот рака больше нету в мире, сколько лет это добавит для средней ожидаемой продолжительности жизни в популяции в развитой стране, например, в Америке? Кстати говоря, в Америке не очень высокая продолжительность жизни. Ну, предположим, 78 лет там. Вот сколько вы думаете, полное излечение рака, больше рака нету? Сколько добавит полное излечение к средней продолжительности жизни в стране? Кто-нибудь дайте? 5 лет. Отлично. Еще кто-нибудь? Я точно не могу сказать, но у меня очень многие родственники умерли от рака. Да, вот здесь вот показано исследование, которое показывает, насколько увеличивается средняя ожидаемая продолжительность жизни в стране, в Америке, во время рождения, то есть at birth, то, что называется, если мы полностью уберем рак или полностью уберем инсульт, полностью уберем заболевание сердца, и полностью уберем инфлюенцию, пневмонию, ну и COVID, наверное, тоже сюда можно приписать. В принципе, очень немного. То есть мы добавляем, полностью исцелив рак, 2.3 года к общей продолжительности жизни, к средней продолжительности жизни. Если мы смотрим на людей, которые достигли 65 лет, для них это добавит 1.2 года. То есть, в принципе, это очень маленькие цифры. То есть все, что мы будем... Средние. Да, это среднее. Мне кажется, тут лучше медиану брать. Это тоже не даст вам огромных цифр, потому что что-то другое вас точно убьет. То есть, если мы только убираем рак, вас очень быстро догонят сердечно-сосудистые заболевания, заболевания центральной нервной системы и так далее. То есть, именно поэтому я занимаюсь исследованием в области старения. Потому что если вы, например, даже... просто измените стиль своей жизни, не курить, не пить, заниматься спортом, ограничивать себя в сладком и много спать, достаточно спать, вы в среднем к популяции, к средней продолжительности жизни можете добавить 10 лет, может больше даже. То есть это больше, чем исцеление от какого-то большого заболевания, как рак. И, опять же, спортом пока никто от старения не излечился, а надо смотреть гораздо более глубоко, и поэтому мы ищем молекулярные мишени, которые вовлечены и в заболевание, и в старение. И таких мы тоже нашли много. А сейчас, за последние 10 лет, произошло огромное количество прорывов в области старения и долголетия. Один из этих прорывов – это... синолитики. Это молекулы, которые таргетно убивают старые клетки организма, которые занимают клеточные ниши определенные. Они, в принципе, только загрязняют окружающую среду, но они не раковые, они особо не портят ничего, но они занимают место, и это такие клеточные пенсионеры. Если их таргетно убить синолитиками, происходит обновление клеток. И мыши, например, которые на синолитиках, которым синолитики дают в более позднем возрасте, они живут на 40% дольше и выглядят моложе, сильно моложе. То есть это вот последние 5 лет исследований, БАК и Mayo Clinic. То есть такого рода препараты, они действительно дадут очень серьезный эффект для популяции. И опять же, если вы сейчас планируете карьеру, то стоит думать именно о том, как можно помочь социуму, а не одному человеку. Разумеется,
у нас мы гораздо более эмоционально реагируем на маркетинг, когда мы видим плачущего ребенка, страдающего ребенка от какого-то заболевания или страдающего пенсионера от какого-то заболевания. Но, к сожалению, даже если мы вылечим это заболевание, мы не особо добавим, полностью исцелим это заболевание, мы не особо добавим продолжительность жизни к популяции. И самая страшная проблема в нашей жизни – это старение, потому что это то, что нас в конечном итоге все равно убьет. Мы не знаем, когда, но точно убьет. И точно мы будем терять функцию после 40 лет, как мужчина, и после 35 лет, как женщина, очень сильно. И, разумеется, нас эволюция заточила таким образом, что мы стараемся об этом не думать и упаковывать эти идеи, эти мысли о старении и смерти очень глубоко в подсознание. И очень часто мы придумываем для себя какую-то историю, которая дает нам возможность думать о будущем как о светлом жизненном пути, чтобы полностью себя обезопасить от мысли о смерти. Но, к сожалению, старение, оно пока что неизлечимо, и если мы не поставим для себя такой громадной цели, в принципе, может быть, недостижимой цели, как победа над старением, мы не будем сильно прогрессировать как человечество. И поэтому, если мы смотрим на Илона Маска, который хочет полететь на Марс, это, в принципе, не особо полезная идея для человечества. Что нам делать на Марсе? А вот победить старение – это очень классная идея. И в моей компании очень много людей, они, в принципе, интересуются, ученых, которые интересуются тем, чтобы победить старение. Поэтому у нас разрабатываются аналитики, у нас разрабатываются бустеры NAD+, у нас разрабатываются метаболические модуляторы, и мы сразу по нескольким направлениям работаем с фармкомпаниями. Старение тут, конечно, относительный вопрос, но все равно спасибо вам за ответ. Спасибо вам. Надеюсь, что кто-то из слушающих когда-то начнет заниматься исследованием старения. Алекс, я думаю, что некоторые слушатели здесь абсолютно точно занимаются старением, так что правильнее сказать, что либо кто-то присоединится, либо с успехом продолжит. Абсолютно верно. Ребята, есть еще вопросы, коллеги? В чате есть. Так. Можете, пожалуйста, высказать ваше мнение о важности квантово-химических расчетов в вашей области? Это вопрос от Александра. И если заниматься квантовой химией, то какие из областей науки нужно еще усилить, чтобы работать в вашей области? Надо усилить медхимию или изучать машинное обучение или анализ данных? Какую траекторию добирания дополнительных предметов нужно выбрать? Опять же, нужно все эти области иметь как минимум в своем инструментарии. То есть очень важно понимать квантовую химию, очень важно понимать медицинскую химию, очень важно понимать основы искусственного интеллекта. Вы абсолютно точно должны во что-то углубляться, но иметь поверхностное понимание или желательно более чем поверхностное понимание каждой из этих областей, это, как мне кажется, это обязательное условие, например, работы в нашей компании. То есть вы можете прийти с каким-то определенным знанием, но потом вы расширитесь и будете разбираться сразу во многих областях. Разумеется, квантовое вычисление и квантовая химия это, скажем так, мама всей химии. Без этого жить невозможно, это надо знать. И
классические подходы к даже виртуальному скринингу, такие как Шрёдингер, то, что называется ФЕП, и многие другие подходы, они основаны на принципах квантовой химии. Сейчас многие из этих областей, они ускоряются очень сильно за счет того, что появляется возможность очень дешево считать и быстро считать на графических ускорителях или на суперкомпьютерах. То есть за последние 2 года вычислительная способность графических ускорителей, она утроилась, особенно для глубоких нейронных сетей, и очень сильно удешевилась. То есть это больше, чем Мур-зло, больше, чем закон Мура, быстрее, чем закон Мура. И появились такие компании, как, например, Relay Therapeutics. Они используют квантовые системы вычисления, которые Шрёдингер придумал, компания Шрёдингер, и добавили динамику во многие более-менее статические процессы, которые ранее были более статичными. Они теперь могут моделировать, например, поведение белка во времени и смотреть, как меняется активный сайт, куда должна заходить молекула и, соответственно, ингибировать белок. Они могут гораздо более продвинутыми способами моделировать поведение этого сайта во времени. И таких вот прорывов очень много. Вот этот прорыв, который они сделали в моделировании активного сайта во времени, в течение 4 лет он сгенерировал 4 миллиарда долларов. Эта компания сейчас стоит на рынке. То есть с нуля до 4 миллиардов. В принципе, небольшая команда квантовых химиков и медицинских химиков. Но опять же, основное, что движет этой компанией, это их пайплайн, у них 4 доклинических программы, которые вышли из квантовой химии. Разумеется, нужно знать медицинскую химию. То есть медицинская химия – это, мне кажется, основа вообще всей фармакологии. И хороший медицинский химик, ему не нужен AI. Он и сам может хорошие молекулы рисовать. Но вместе с AI он может рисовать гораздо более эффективные хорошие молекулы и гораздо быстрее. То есть медицинская химия, как мне кажется, это основа всего. И зная медицинскую химию, вы также будете понимать и мишени, и сигнальные пути, и все остальное. И если вы имеете хорошее базовое российское образование, то вы, в принципе, и в физике разбираетесь, и в квантах. Очень просто уходить в параллельные индустрии, в параллельные области. То есть у нас это ребят делают постоянно. То есть вот такие ребята, как Богдан. Богдан, ты здесь, можешь ответить на этот вопрос и рассказать, какими знаниями должен обладать человек, как ты, чтобы у нас работать? Привет, Алекс. Я вернулся со звонка. Я тут на один звонок бегу, другой, я вернулся. Спасибо большое за лекцию, за то, что рассказал о всех наших и достижениях, и туда, куда мы двигаемся. Вот действительно, к тому вопросу, который задавали по поводу, а что надо знать и где области смежные, в которых необходимо серьезно поработать. Да, это и квантовая химия, и медицинская химия. У меня здесь действительно общий комментарий такой есть. И, в целом, к образовательной программе и химфака в том числе, нам, конечно, очень сильно нужно увеличивать часы на computational chemistry, на хемоинформатику. Я так понимаю, пока еще курсы хемоинформатики на химическом факультете не преподается. Как только на химическом факультете введут курс хемоинформатики, я думаю, мы получим просто гигантский поток классных специалистов, у которых не только есть фундаментальные знания там, органической, неорганической химии, биохимии, но они еще умеют это все кодить, строить нейронки, делать хороший искусственный интеллект и таким образом двигать вот науку, сказать, дальше и дальше к переднему краю.
Вот, то же самое с медицинской химией. У нас, допустим, на химфаке многие кафедры имеют свои общие курсы, да, то есть органики читают органическую химию, всему потоку, физхимики считают физическую химию, базовые химические дисциплины, в то время как, допустим, медицинская химия считается исключительно кафедрой медицинской химии. То есть поскольку сейчас такой идет бешеный рост биотехнологии, фарминдустрии, конечно, я думаю, каждому было бы полезно, каждому выпускнику химфака было бы полезно послушать курсы медицинской химии. Это было бы, ну, получить такие очень ценные знания в такой междисциплинарной науке, да, и в знаниях какие-то фармакологии и так далее. Но это было бы просто неоценимо. Допустим, я заканчивал кафедру органической химии, да, у меня были спецкурсы по стратегии органического синтеза и так далее. И мне приходилось специально, я, в принципе, выполнил программу двух кафедр, учебную программу двух кафедр. У меня как раз вот, так сказать, extracurricular activities в дипломе, у меня записано весь полный курс набора кафедр медицинской химии. То есть если была бы такая возможность слушать всем, это тоже, ну, и, возможно, и в компании бы приходило бы больше классных специалистов по медицинской химии, органиков, которые владеют медицинской химией, физхимиков, которые владеют медицинской химией. Поэтому здесь надо, конечно, отсматривать тренды, всем преподавать хемоинформатику, всем вводить RDKit, всем переходить на Python и, ну, или C++ у нас и на том программу мы делаем в компании. Это вот такой, да, общий комментарий. Богдан, я должен добавить здесь, коллеги, если вы сейчас думаете, куда поступать, надо поступать на химфак, это точно, абсолютно. Лучше места вы не найдете в стране, по-любому. Да, там то, что сейчас Павел говорит, что хорошо усилить химинформатику, ее хорошо усилить везде, но ее нормально нигде нет, к сожалению. Потому что ее и там и в Гарварде нормально не преподают. Только потом на уровне PhD будете в этом разбираться. И какие-то курсы всегда вы можете добрать онлайн. Да? То есть сейчас огромное количество курсов, которые вы можете получить бесплатно сами. Если вы сами не научитесь, вас никто не научит. И обязательно надо читать научные статьи. Можете начать с тех, которые я показал. Коллеги, спасибо большое. Богдан, спасибо за пожелания и там, критику наших учебных программ. Без сомнения, мы работаем над тем, чтобы они менялись. Спасибо. Да, ни в коем случае не критика. Это пожелание. Просто комментарий, да? Да, то есть пожелание. Да. Но я вам честно скажу, что просто в других местах такого, как на химфаке, нету, поэтому... Да, люди должны идти на химфак. Болеем за химфак, хотим, чтобы химфак был самый лучший, давал самых лучших специалистов во всех областях. Нет, продолжал давать. Да. Да, то есть у нас самые крутые ребята, это вот оттуда. Коллеги, спасибо огромное. Большое. Спасибо Алексу за лекцию, спасибо за хорошие пожелания. Я думаю, что мы должны закончить нашу лекцию, трансляцию и считать конференцию Ломоносов 2020 секции химии открытой. А можно вопрос? Спасибо вам огромное. А как у нас дальше будет конференция идти? Давайте сейчас мы дадим слово Никите как основному организатору. И я так понимаю, что запись сегодняшнего открытия будет в YouTube, правильно? Да, абсолютно верно. Запись сегодняшнего открытия будет в YouTube, а дальше все участники конференции уже работают по своим подсекциям, то есть программы практически всех подсекций уже есть на нашем сайте, смотрите, следите, посещайте ваши сессии в рамках ваших подсекций, если вам будут интересны какие-то смежные подсекции, тоже всегда будем рады вас там видеть, так что у нас, особенно следующая неделя, крайне насыщенная, у нас будет очень много, вы, наверное, видели число и постерных, и устных докладов, так что, как говорится, мы будем очень рады вас видеть, и получать удовольствие от этого. Мы очень надеемся на это. В чате, да, вот как раз приведены ссылки, кто еще не знает наш сайт, вы можете кликнуть по нему, добавить закладки. Вся свежая, самая свежая информация мы
как можно быстрее пытаемся размещать на нашем сайте, поэтому следите за всеми новостями, и там все должно быть актуально. Спасибо огромное. И вот хотел лично поблагодарить Степана Николаевича и Марию Мельеву и Никиту за такую замечательную организацию в такое сложное время ковидное. И очень сильно болеем за химфак. Спасибо, Алекс. Спасибо огромное. Лекция прекрасная, дискуссия прекрасная. И я думаю, у нас много вопросов, еще поводов пообщаться по этим вопросам. Супер. Спасибо. Спасибо. И, коллеги, учите китайский. Это очень важно. У нас совместный университет в Шэньчжэне. Буду очень рад посотрудничать с ними тоже. Тоже пообщаемся по этому поводу. Вообще очень много тем. Вот я прям отлично. Да, действительно, тем очень много. Спасибо, коллеги. Берегите себя и своих близких. Спасибо.